Они с легкостью управляют тяжелыми военными машинами, могут отремонтировать все, что угодно, и даже танк. От их умения и профессионализма зависит боеспособность российской армии. Речь идет о бойцах ремонтно-эвакуационных полков. На этой неделе ремонтники Южного военного округа приняли участие в ежегодных международных и всероссийских играх «Рембат-2017», которые прошли на базе Славянского ДОСААФ России. Подробности в следующем материале выпуска. Чтобы побороться за звание победителя в конкурсе «Рембат-2017», в Славянск на Кубани приехали лучшие команды из Северной Осетии, Ставропольского края, Крыма. Краснодарский край на соревнованиях представили военные Славянского района. Здесь мы преодолеваем препятствия и заграждения согласно нормативов для улучшения полевой выучки, для улучшения качества технической подготовки, чувства соревнований. Также здесь проверяются и разрабатываются масса мероприятий по укреплению содружеств между странами и воинскими частями участниками. Соревнования проходили в течение 3 дней. В первый день командам предстояло выполнить различные задания, вроде ремонта или замены колес, а также преодолеть полосу препятствий, включающую ямы и ров с водой. Еще одно задание – с помощью крана-манипулятора переместить отремонтированный двигатель в условный боевой автомобиль. Чтобы выполнить поставленную задачу, да к тому же на время, нужно не только мастерски управляться с техникой, но и обладать определенной физической подготовкой и выносливостью. Сила и сноровка нужна и при замене запасного колеса на ремонтно-эвакуационной машине. К слову, вес полностью снаряженной РМКЛ составляет свыше 18 тонн. Команду нашего района на соревнованиях представляли военнослужащие 10-го ремонтно-эвакуационного полка, дислоцирующегося на территории Славянска на Кубани. В прошлом году они стали победителями Рембата. В этом году также есть все шансы побороться за первое место, говорит участник нашей команды, командир эвакуационного отделения Роман Тимошенко. Установка запасного колеса на место была, справились на ура. Так сказать, получилось намного лучше, чем в том году. Делаем успехи. По итогам первого дня соревнований победила команда Славянского района. Во второй день участники состязались в преодолении полосы препятствий. И здесь славянцы оказались на первом месте. В заключительный день соревнований пройдут стрельбы. Военным предстоит продемонстрировать свое мастерство в меткости. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».